Акция «Чистый берег», инициированная «Единой Россией», стартовала в Подмосковье 1 июля. В этом году в ней принимают участие 15 округов, включая Люберцы. Главная ее цель – навести и поддержать санитарный порядок на берегах водоемов. Подробнее у моих коллег. В Московской области особое внимание уделяют состоянию водных объектов. В рамках федеральных и региональных проектов чистят русла рек, озер, прудов и, конечно, береговых линий. Мы хотим показать нашей акции то, что чисто не там, где убирают, а чисто там, где не мусорят. Поэтому мы объединяем большое количество волонтеров, активистов и своими руками прикасаемся к этим добрым делам. Фронт работ – 3 километра берега Македонки и Малаховского озера. Бутылки, фантики и упавшие ветки собирают в мешки. Затем их отправляют на переработку. Для уборки в этом году собралось около сотни человек. Если брать отношение наших людей к чистоте и порядку там 10 лет назад и сегодня, оно изменилось. И по чуть-чуть изменяется. Люди становятся культурней и в общении между собой, и в отношении к природе в том числе. Жители округа активно участвуют в таких экологических акциях не за награды, а с единственным желанием, чтобы они и их дети жили в чистой стране. Природа жалко, животные, люди, дети любуются на некрасивые виды, это плохо. Поэтому хотелось бы, чтобы было у нас более благоприятная среда, комфортная и красиво всегда. Акция «Чистый берег» продлится до 19 августа. За это время планируют очистить 20 километров береговой линии. Принять участие можно вне зависимости от партийной принадлежности, социального положения и возраста. Богдан Колесников, Ирина Иванова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.